Военно-патриотическая акция проводится не в первый раз и стала уже доброй традицией. С начала проведения специальной военной операции дети нашей республики написали более 20 тысяч писем и отправили на фронт более 3000 блиндажных свечей. Мы сегодня уже проводим мастер-класс в трех разных площадках. Это плетение маскировочных сетей, письма солдату пишут дети, а также изготавливают из подручных средств блиндажные свечи. Очень отрадно, что наше подрастающее поколение всеми своими силами стараются помочь нашим бойцам. Акции направлены не только на поддержку военнослужащих СВО, но и на повышение морального духа членов их семей. Подобные мероприятия имеют большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодня ребятам выдалась возможность выразить признательность героям, которые находятся на передовой. Пусть ваша сила и мужество будет расти и сильнее всех. Жду вас победой. Сегодня мы делали блиндажные свечи. Они очень долго горят, то есть это свечи длительного горения. Тем самым мы помогаем нашим солдатам, которые находятся на специальной военной операции, греем им душу этими свечами. Принять участие в акциях, которые продлятся до 30 декабря, могут все желающие. Школьники, студенты, представители молодежных общественных объединений, а также воспитанники военно-патриотических клубов. Айдана Сенденма, Владимир Сюртюк, Азамат Очур, телеканал Тува-24.